Наливу! Перед стартом республиканского автопробега торжественный митинг в парке Победы у Вечного огня. Все собрались здесь, чтобы почтить память воинов-освободителей. Среди участников автопробега – военнослужащие, представители министерств и ведомств военного комиссариата Хакасии, регионального отделения ДСАФ России и молодежь из военно-патриотических клубов. С патриотизмом, с верой, что мы остаемся такими же, помним и чтим память. Патриотизм, конечно, а душа к родине лежит, и хочу помнить наших героев России. Основная задача – это военно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Напомнить им, что прошло уже 79 лет с победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Напомнить о героях нашей страны, напомнить о героях, которые сейчас выполняют задачи на специальной военной операции, чтобы память о наших героях жила постоянно. Если память будет в сердцах нашей молодежи, то и герои будут жить вечно. С 24 по 27 апреля автоколонна проедет больше 1000 километров по городам и районам Хакасии. В каждом населенном пункте пройдут торжественные митинги и посвящение школьников в юнармейцы. Мария Мишнина, Василий Канзычаков, РТС.